Всем привет, это Смитовит, и мы с вами продолжаем проходить Darksiders 3. Сзади у меня смерч, от которого, наверное, мне придется убегать, пробегать и спасаться сегодня. Возможно, он даже здесь, потому что это какой-то монстр, еще что-то в этом духе. Все, собственно, обустроил. Ну ладно, давайте пробежимся. Нам нужно бежать вон туда, в подземку. Ярость, это не просто ураган. Беги! О, да ладно, я... Ты не сможешь одолеть бурю. Убегай! А, не успел. Твою мать. Это всех воскресила. Я так привык к той мысли, что я зачистил все локации, там нету больше мобов. А... Нет, есть. Да ёп! На мать. Это будет весело, дамы и господа. Как? Да ёб... Да что ж такое? Я ж бегу, со всех ног бегу. Сценные попытки. Гениально, блин. Придумали, мать их. Просто, блин, гениально. С этим ураганом нереально просто успеть. Срез. Так, есть ли тут какие-нибудь ништяки? Не валяются? Блестяшки. Блестяшки есть. Окей. Ладно, дамы и господа. Так, тут есть для чего-то вот кнопка. Ну да, конечно. Так, хорошо. Там внизу есть еще одна кнопка. Ладно. Тут внизу куча таких вот квадратиков. Предполагается. Вот это что ли? Так, надо вызвать, наверное, еще один кубик.
сжечь вот это все безобразие, можно его перебросить туда. Я так понимаю. Или тут много ходовочек. Я просто с первого раза не додумался до этой многоходовочки. Окей, ладно. Давайте следующий. Попробую все сделать как надо. Так. Так, замораживаем это все нахрен. Так, продолжаем замораживать. Такие быстренько. Оп. Быстрее. Не успел, надо еще быстрее. Окей-доки. Вот если бы сразу стал с того ракурса, который нужно, у нас бы все с вами получилось как надо сразу. Но нет, придется еще раз проворачивать эту хрень. Так, ну ладно, падает, вот он скатывается. Мы такие, хоп, пробежались, все заморозили. Извиняюсь. И уже поздно. Так, надо еще раз пробежаться и все заморозить. То фигня, что я страдал изначально. Так, нам сюда, окей. Ах ты, скотина, вот стерегла, тварь. Ты сдохни. Так, перепутал кнопочки. Поехали. Что у нас здесь? А здесь у нас ништячок. Окей. Туда я снова долечу или долечу? Ну и хорошо. Ладно, идем дальше. Так. Они, наверное, издеваются. Так, ладно, подождите секунду, мне надо разобраться. Мне надо забегать назад и посмотреть, что я там, возможно, упустил, поскольку я поспешил сюда, к этой ленте. Сразу. Может, снаружи там было что-то интересное. Надо посмотреть. Может, я поторопился, не собрал какой-то ништяк. В общем, увидимся на месте. Итак, да, несколько ништяков я пропустил. Артефакты и души. Ну ничего. И вот что самое поганое, нам снова нужно бежать. Но, по моим ощущениям, торнадо на нас как-то реагирует. Оно, то есть, целенаправленно прет именно за нами. Целенаправленно, то есть. Специально. Охотится именно за нами. Не рандомно как-то двигается, именно за нами. Я ж уже добежал, какого мать?
Ну, вы это видели? Я уже от него убежал, а это скотина. Все равно меня утянуло. Нечестно. Нечестно. Я уже добежал. Гадство. Жульничает игра. Жульничает. Ладно, попытка номер два с этим отрезком. Я только не уверена, откуда она придет. Так, ну, тут мы тоже пробежали. Так, ладно. Пробежали, ладно. Так. Что у нас здесь? Срез. Срез пульбрима. Окей. Замечательно. Так. Внизу пропасть. Покатилась. Так, что у нас здесь? Куда-то можно забраться, хотя я не уверен, что... Да, на такую высоту мы не допрыгнем. Так, окей. Итак, продолжаем страдать фигней. Нет, не продолжаем. Извиняюсь. Так. Ну, конечно, это здорово все вот с этим делом. Но только зачем? Для чего мне это сделать? Пускай.
Но... Не понимать. Ни хрена не понимать. Надо подумать. Ладно, ни до чего не додумался, мне по-прежнему кажется, что я делаю все правильно. Это у нас что-то не срабатывает. Давай быстрее. Или уже сработало. Надо успеть. Сделал как надо. Так, продолжаем. Так, можно сюда пойти. Можно сначала блестяшку забрать. Так, пошли. Любое существо иногда чувствует себя потерянным. Такова жизнь. Это новое твое самосознание. Значит, я ни в чем не могу быть уверена, ты об этом? Я лишь имею в виду вот что. Совет выбрал тебя для этого задания. Тебя и только тебя. Они сделали это не просто так. Они верят так же, как и я, что ты обладаешь большей силой, чем даже сама считаешь. Так, вот Ульгрим. Очередная точка сохранения, так сказать. А что у нас... Впереди, я думаю, что на этом можно закончить серию. В принципе. Почищу себя так немножко. Соберу ништяки. И когда загружу игру, в следующий раз здесь уже никто не будет. Никто не будет мне мешать. С этой стороны. Проход дальше. Нужно будет всякой фигней страдать. Вот тут и здоровяк бродит. Ладно, ребятки, давайте на этом закончим сегодняшнюю серию. Продолжим уже в следующей серии брожение по этой пустоши. С вами был Свинтовид. Всего хорошего. Вы в курсе, что надо сейчас сделать, если вы настоящий бро. Пока-пока-пока. Увидимся в следующей серии.